Доброе утро! Сегодня мы приготовим завтрак, который насытит вас на целый день. Овощи с тофу. Для этого нам понадобится тофу, картофель, томаты черри, шампиньоны, шпинат, паприка, куркума и соль. Берем 300 граммов картофеля, очищаем его от кожуры и нарезаем небольшими кубиками. В глубокой тарелке смешиваем картофель с паприкой и солью. Тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек картошки был покрыт специями. В нашем рецепте мы используем шампиньоны среднего размера, поэтому разрезаем их пополам. Форму для запекания застилаем пергаментной бумагой и выкладываем в нее овощи, картофель, тщательно вымытые томаты черри, шампиньоны и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. А пока овощи запекаются, нарезаем тофу на кубики среднего размера. На разогретую сковороду наливаем небольшое количество оливкового масла. Выкладываем тофу, посыпаем куркумой, солью и перемешиваем, чтобы все кусочки покрылись специями. Добавляем немного воды, обжариваем на среднем огне 5-10 минут. Промываем листья шпината и выкладываем их на горячую сковороду. Тушим 30 секунд, помешивая, чтобы зелень стала мягкой и уменьшилась в объеме. Осталось собрать готовое блюдо. Выкладываем тофу, шампиньоны, картофель, томаты черри, добавляем немного шпината и посыпаем семенами льна. Ярко, вкусно, сытно и полезно. Вот что можно сказать про наш завтрак. Замечательная комбинация для начала дня. Питайтесь полезно, а главное вкусно. Приятного аппетита!